Привет! Сегодня мы нарисуем одуванчики мягкой сухой пастелью. У меня фирма Мунгё, а бумага бархатная для творчества. Наношу белый цвет, оставляя легкую прозрачность. Этакая бетонная стена. А низ закрашиваю серым, чтобы асфальт был чуть темнее. И вот наш одуванчик пробился. 3 желтых кружочка. И салатовые ножки. От которых в разные стороны исходят листочки, похожие на елочки. Закрашиваю круги темно-желтым. А светлым рисую лепесточки цветочков по кругу и внутри. Закрашиваю листья тем же цветом, который использовала при наброске. Синим ложу примерную тень по левую сторону. На ножки, на цветочки немножко. И чуточку на листочки.
а затем сине-зеленым набрасываю еще теней то тут, то там. А белым высветляю преимущественно справа. Захотелось стену посветлее, заодно она получается более фактурной и интересной. А на асфальт упали бежевые штрихи, передавая теплоту солнца. На тень не захожу. И местами на листочке. Это просто радостные точки голубого цвета. Так захотелось. И таким персиковым сверху тоже их наставила. Вот такие одуванчики получились. Спасибо за просмотр.